Время Пасхи. Друзья мои, меня зовут Коди Арчер. Приветствую вас в программе Возрождения сегодня. Мы находимся в центре служения Возрождения Израиля в предгорье Иерусалима. И очень рада, что вы к нам присоединились. Сегодня поговорим о взгляде евреев на Пасху. Прежде чем начать разговор, представлю вам человека этого часа, Ажара Интрейтера. Большое вам спасибо, что сегодня с нами. Вы основатель служения Возрождение Израиля, президент Тикун Интернешнл, наблюдаете за многими собраниями и взращиваете команды. Я здесь, потому что мне нравятся такие, как вы, хочу быть вашим духовным отцом. Вы проделываете потрясающую работу, и мы очень вам за это... Благодарны. Перед тем, как говорить об отношении израильтян к Пасхе, хочу обратиться к вам и всем нашим друзьям со всего мира. У нас есть еженедельная электронная рассылка, которая переводится на 15 языков мира. В ней вы найдете учения, видеоролики и многое другое. Мы хотим поделиться ею с вами можете зайти на наш сайт reviveisrael.com и подписаться на нашу еженедельную рассылку. Также вдохновляю вас делиться нашей программой в Фейсбуке. Чем активнее будет ваше участие, тем быстрее мы сможем достигать большего количества людей. Наше огромное желание донести до всех концов земли то, что Бог делает сегодня здесь, в Израиле. Также мы хотим знать, где вы смотрите эту программу. Мы хотим видеть, какую аудиторию сплачивает Бог по всему миру в разных странах мира. Сообщите нам, где вы нас смотрите. Итак, Ашер, я рад, что вы с нами сегодня. Давайте перейдем к нашей теме. Надеюсь, вы готовы к этому. Да, готов. Многие из наших зрителей никогда не были в Израиле. О себе могу сказать так. Я язычник, который вырос в Канаде. До того, как приехать сюда, я никогда не совершал седр. Это праздничный ужин, за которым собирается вся семья. Тогда мне пришла в голову мысль, что здесь, на этой земле, в пасхальную неделю царит страх Божий. Евреи вспоминают свой исход из Египта и силу Божию. Позже, когда я сюда переехал, женился на еврейке и стал членом ее неверующей семьи, я был шокирован тем, что никакого страха Божьего не было. Праздник был больше похож на шумный, организованный хаос. Люди пели, хлопали в ладоши, однако никакого упоминания о Боге не было в помине. Никакого почтения и благодарности за то, что Бог совершил и совершает для еврейского народа. Не было вообще. Мое предположение разбилось в дребезги. Итак, давайте поговорим сегодня об этом. Что происходит на святой земле сегодня? На самом деле, что происходит? Что значит слово пасха или песах? Конечно же, песах или пасха посвящена той ночи, когда египтяне попали под суд Божий из-за свои грехи, и все их первенцы погибли. Бог сказал, что пройдет по домам людей. Если он увидит на двери кровь завета, проклятие смерти минует тот дом. Знак крови завета защитит дом от духа смерти. Интересно, что сегодня в иудаизме и христианстве много схожих черт. Крови уже нет. Что сегодня используется в иудаизме и христианстве? Это виноградный сок. Или вы баптист? Нет? Если нет, тогда используйте виноградный сок. В любом случае, вино Заменила традицию жертвоприношений с кровью. В Талмуде сказано, что чашей свином вы себя освещаете. На иврите это кадеш. Откуда пошла эта традиция? В каком иудейском источнике это написано? И когда это произошло? Интересно, что единственный иудейский источник первого века, где впервые было об этом упомянуто, это Евангелие от Матфея. Именно там еврейский раввин говорит: это вино моя кровь. Это вино заменит кровь. Эта традиция стала в иудаизме повсеместной, начиная от свадьбы, до обрезания и прочих событий. Где ее истоки? Все идет от Иешуа. И это удивительно. Очень многие традиции переплетаются. Вы спросили, как именно израильтяне празднуют Пасху? Ну, конечно, израильское общество однотипно. В этом вы тоже правы. Если пойти в квартал ультраортодоксов, вы не найдете там того страха Божьего, который, возможно, ожидали увидеть. Но точно увидите их напряженное ожидание. А вот оно-то точно там присутствует. В отличие от ультраортодоксов, современные евреи говорят так. Пасха — это весенний праздник, когда мы можем поехать кататься на лыжах в Швейцарию, или уехать в теплую страну, или у нас тут позагорать на пляже. Кстати, статистика показывает, что у евреев Пасха — самое популярное время года для путешествий. И это еще не все. Пару раз приходилось закрывать аэропорты. Людей и рейсов было настолько много, что казалось, будто все израильтяне разом решили покинуть страну. Такое было ощущение. Складывается интересная картина. Многие евреи приезжают сюда именно на Пасху. Многие христиане также приезжают в это время на Святую Землю, тогда как сами израильтяне покидают страну. Не забывайте, что для многих жителей это всего лишь весенние каникулы, краткий отпуск. Многие предпочитают уехать отдыхать. Что касается празднования, то даже не в ультра-ортодоксальной семье, непременно есть хоть один религиозный родственник. Поэтому семейству приходится хотя бы отчасти следовать ультраортодоксальным традициям. Вот так. Нам, в нашей большой семье, приходится ждать захода солнца, чтобы начать праздновать. Когда солнце заходит, а за окном темнеет, в синагоге начинается вечерняя молитва. Затем вы идете домой. Другими словами, вы даже не можете собраться с семьей, не выждав полчаса после наступления темноты. Только потом вы садитесь за стол. Мы ждем начала празднования по 2-3 часа. И не садимся есть раньше 11 часов вечера. Это удивительно? С маленькими детьми еще сложнее. Нам приходится как-то сдерживать их эти 2-3 часа, пока другие члены семьи не вернутся из синагоги. Детям не терпится поесть. Все верно. Еще один интересный момент, неизвестный тем, кто здесь не живет. Я верю, что Пасха была задумана Богом и как праздник природы. Сельскохозяйственный сезон начинается с Пасхи. В Израиле нет выраженной весны или осени. Скорее, это долгое лето, затем зима и краткий весенний промежуток. Пасха — это самое приятное время года. На Пасху всегда стоит прекрасная погода, и она всегда приходится на середину лунного месяца, то есть на полнолуние. Нужно понимать, что каждый раз, как и в праздник Кущей, в праздник Пасхи светит праздничная луна. Вы устраиваете праздничный обед сразу после захода солнца а над вами огромная луна. Еще идеальная погода: ни холодно, ни жарко, ни темно, ни светло. Вы, как и я, непременно почувствуете, что так задумано Богом. Иудейские, христианские, сельскохозяйственные традиции. Погода, Луна и Солнце. В этот чудесный момент все соединяется воедино, все говорит об одном, о празднике. Да, это потрясающе. Расскажите, что делаете в Пасху лично вы, что происходит в вашей гостиной. Все люди празднуют по-разному, и мы тоже отмечаем Пасху по-разному. Порой это мессианское празднование, порой мы летаем в Европу, но чаще всего мы собираемся всей своей большой семьей здесь, и большая часть этой семьи — религиозные иудеи. У нас складывается ортодоксальное празднование, которое длится несколько часов, далеко за полночь оно заканчивается. В такие моменты мы особенно сильно ощущаем, что это семейная встреча. Аспекты еврейских праздников очень интересны. В них есть и религиозные, и духовные элементы, но чаще всего это сложившаяся культурная традиция. Семья собирается вместе, чтобы поесть. Я говорю, без сарказма. Эти праздники объединяют семьи евреев, будь вы ортодоксом, или светским человеком, или кем-то между ними, посередине, скажем. Для вас Пасха ⁇ это все равно время, когда вся семья собирается вместе с огромным количеством еды. Во время таких встреч происходит смешение и давление культур, но это неотъемлемая черта праздников в менталитете евреев, будь то Пасха или любой другой еврейский праздник. Отлично. Приехав сюда, я заметил еще одну интересную вещь. Я захожу в супермаркет во время Пасхи и вижу целые секции закрытых от покупателей товаров. Это та еда и напитки, которые не разрешается есть в Пасху. Также Пасха известна как Хог Амацот, праздник мацы, пресного хлеба. Лично мне маца не нравится. Я могу есть ее только с арахисовым маслом или с джемом, Очевидно, что это библейская заповедь. В течение семи дней мы не едим ничего, что содержит закваску. Конечно же, мнение рядовых евреев и раввинов по поводу того, что есть закваска, а что нет, разнятся. Как и во многих других аспектах нашей культуры, несколько строк из Библии становятся целым культурным законом. Что же для нас Пасха? Во-первых, это генеральная уборка дома. В это время года каждая семья проводит масштабную уборку. Это логично, поскольку под конец зимы начинается подготовка к лету. В любом случае это удачное время для уборки в доме. Поскольку в Пасху нельзя есть квасное, люди выносят из дома все, что содержит закваску. До сих пор идет много споров, что содержит закваску, а что нет. К примеру, спагетти это квасное или нет? Так что Пасха — время, когда люди едят пресный хлеб. У нашего народа есть одна типичная и очень забавная черта. Во время пасхальной недели они едят больше выпечки, чем в любое другое время года, поскольку есть много рецептов выпечки без закваски. Мы утверждаем, что соблюдаем Пасху, употребляем отцу и выпечку в больших количествах. А в эту пору много хлопот, начиная с наведения порядка. В супермаркетах и в домах закрывают или убирают все квасное. На этом построена вся культура. Вы чистите и моете всю посуду. В каком-то плане хорошо, что для каких-то людей Пасха — это время весенней уборки. Даже светский человек с приближением Пасхи совершает масштабную уборку в своем доме. Такое вы найдете в любом доме. И это прекрасно. Для наших друзей-христиан по всему миру это, возможно, необычная традиция празднования Пасхи. Чтобы вы сказали христианам со всего мира, нужно им соблюдать и праздновать Пасху, и как она должна проходить. Это очень интересный вопрос, именно в связи с праздником Пасхи. Именно в Пасху Иешуа был распят и воскрес из мертвых вы не сможете не праздновать Пасху. Мы, мессианские евреи, вспоминаем распятие Иешуа в начале пасхальной недели и празднуем его воскресенье в конце мы соединяем распятие и воскресение Иешуа и праздник Песах в одно целое. И Библия, конечно же, тоже говорит об этом. В христианских кругах отмечают распятие и воскресение, забывая о Песахе, а в иудейских кругах празднуют Песах, не упоминая о распятии и воскресении. Важно помнить о контексте, чтобы я посоветовал христианам? Конечно же, от христиан не требуется соблюдать при праздновании Пасхи иудейские традиции и законы Тора. С другой стороны, в Новом Завете сказано, что закон записан в наших сердцах. Как я это понимаю? Я понимаю, что любому библейскому верующему, какой бы деноминации он ни принадлежал, нужно понимать значение библейских истин. Читайте Библию, размышляйте над нею, анализируйте связи. Даже если не брать во внимание иудейские традиции, можно размышлять об уровнях Пасхи, о том, что происходит весной в Божьем творении, об истории исхода, истории смерти и воскресения Ишуа. Недавно один мой друг написал о ключе Пасхи. Это определенная модель, где фараон символизирует антихриста, а события в Египте отражают рисунок событий последнего времени. Над этим тоже нужно размышлять. я бы сказал христианам о праздниках так. читайте писание, размышляйте над ними. сделайте их частью своего сердца. Чтобы вы не решили праздновать вы ничего не должны. Вы можете сделать мало или много. Вы можете присоединиться к друзьям иудеям или придумать свой вариант празднования. Самое главное — понимать историческую и культурную ценность смерти и воскресения Иешуа. Верно, наша программа близится к концу. Я бы хотел услышать от вас откровение о духовной связи Пасхи с первыми 15 главами книги «Исход». Что в этой истории коснулось лично вас? Пасхальная неделя уже приближается. Что радует вас больше всего в этом событии? Когда я вижу, как все составляющие сливаются воедино, природа, история еврейского народа, исход из Египта, я понимаю, что все это было подготовкой для смерти и воскресения Иешуа. Для меня смерть и воскресение Иешуа это центральное событие в истории. Все прочие события были лишь подготовкой. Если вы этого не видите, вы словно смотрите программу, в которой нет ни сцены, ни обстановки, ни освещения, ничего. Важно увидеть, что и история, и природа словно расцветают в эту неделю весны. Полнолуние, история Израиля, хлеб и вино, воскресенье. Именно весной появляются зеленые листочки. Это тоже символ воскресения Иешуа. Вы видите, что все это соединяется в одно целое. Как я уже сказал, природа, мироздание, люди, все внутри объединяется в хвале. Все составляет единую картину в одно и то же время. Это не отдельные элементы. Это одна красочная картина. Потрясающе. Ашер, хочу попросить вас помолиться за наших друзей по всему миру. Конечно. Перед этим хочу еще раз вдохновить вас поделиться записью нашей программы со своими друзьями. Мы будем рады узнать, что вам больше всего нравится в Пасхе. Сообщите нам, где вы нас смотрите. Праздновали ли вы Пасху когда-либо? Что говорит вам Бог об этом времени? Итак, Ашер, пожалуйста, помолитесь за наших друзей. Вам слово. Отец Небесный, Твое Слово говорит в первой главе Ефесинам, что нам нужно молиться о духе премудрости и откровения. Мы молимся за наших друзей-христиан, за наших друзей-евреев, за наших неверующих и религиозных друзей. Господь, я молюсь, чтобы наши глаза открылись. Пусть христиане, которые уже верят в Иешуа, увидят этот богатый масштабный исторический контекст. Господь, мы молимся за еврейский народ, который празднует Пасху, но не видит центрального значения Мацы и вина. Пусть это осознают и формальные христиане, которые не верят по-настоящему. Пусть придет это откровение. Мы молимся, чтобы все люди во всех странах увидели красоту этого особенного времени, когда природа, и история, иудаизм, и христианство сливаются в одно целое. Спасибо тебе за это понимание. Во имя Иешуа мы молимся. Аминь. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Благословенной вам Пасхи. Во имя Иешуа. До свидания, друзья.